I will have Gazelle read chapter 16, verses 8 through 21. Следующий наш фрагмент, 16 глава, с 8 по 21 стихи. И мы его прочитаем. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящего из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. Все иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Okay, things are going to get worse. То есть мы видим с вами, что все становится еще хуже. Here's one of the things that God is doing in sending these judgments. Что же Бог делает, когда посылает такие язвы? When God judges, it reveals the lies that Satan has been telling the human race. На Божьем суде раскрывается ложь, которую сатана внушал человечеству. The first lie that Satan has been telling is that God can successfully be opposed. Первая ложь, которую распространял сатана среди человечества, заключается в следующем: Богу можно благополучно противиться. He keeps telling people that as long as you believe in me, we will be able to together oppose the judgments of God and continue to survive. А он как бы говорит людям: если вы будете сопротивляться и будете со мной, то мы сможем пройти через все эти суды и выживем. In fact, we will be able to build a wonderful culture on the basis of sin and immorality. Кроме того, мы сможем создать замечательное общество, которое будет жиждеться на основах греха и безнравственности. So the beast has been making promises. Зверь давал такие обещания. And it's reasonable to assume that he has been made life, ongoing life possible, even if it isn't necessarily pleasant. Разумно предположить, что он сделал жизнь возможной, то есть люди могли выживать, хотя навряд ли эта жизнь была приятной. But these bowls that God is sending onto the earth, these judgments, overwhelm what Antichrist has tried to do. Чаши, которые были посланы на землю, эти суды сокрушают то, что пытался сделать Антихрист. Look at verse 8. Посмотрите на 8 стих. Somehow the sun intensifies. Мы видим, что начинает солнце жечь людей. And suddenly, instead of being the nice place that Earth is, that has warm parts and cool parts, now it's all very hot. И если раньше на Земле можно было найти жаркие страны и прохладные места, то сейчас мы видим, что везде очень жарко. It wouldn't take much for the sun to expand just a little bit for our planet to become unbearably hot. Даже если солнце увеличится на чуть-чуть, то на нашей планете будет ужасно жить, потому что будет жара и зной. See, Satan cannot control the sun, but God can. Сатана не может контролировать солнце,
Однако Бог может. And so it gets so hot that they curse God, they're seared by intense heat. И жёг людей сильный зной, и люди начали хулить Бога. And you see, it says right there in verse 9, it is God who had control over these plagues. Обратите внимание, в 9 стихе говорится, что именно Бог имеет власть над семи язвами. It is now a battle, very clearly a battle between God and Satan. Совершенно очевидно, что здесь уже происходит битва между Богом и сатаной. And Satan is trying to shield those who have believed in him from the power of God. И сатана пытается укрыть тех людей, которые пошли за ним, которые поверили в него, от силы Божьей. I want you to notice what happens in verse 10, the fifth bowl. Обратите внимание дальше на 10 стих, что происходит, когда пятый ангел выливает свою чашу. The bowl is poured on the throne of the earth, and his kingdom was plunged into darkness. Написано, что пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно. What does that mean? Что означает это выражение? Что могло означать это выражение? Царство стало мрачным. Темно стало. Значит, что они потеряли? The light, electricity. Yeah, they've lost power, haven't they? То есть они потеряли электроэнергию, то есть потеряли вот эту мощь электрическую. Here they are, and remember, these bowls, they don't start and then they stop. They continue on. Обратите внимание, что вот эти чаши, если что-то произошло, это не означает, что следующая чаша, когда происходит, то предыдущие уже перестают иметь такое воздействие. Здесь все по нарастающей. Look at verse 11. А далее посмотрите 11 стих. They curse God because of their pains and their sores. И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих. Where do these sores come from? А откуда эти язвы? From the first. The first one. Да, the first bowl. От первой чаши, да. So these judgments are cumulative. They are piling up. То есть можно сказать, что один суд накладывается на другой. То есть все вот эти вот несчастья накладываются одно на другое. So now their bodies are covered with sores. То есть у них тела, которые покрыты гнойными ранами. The sea is a awful red waterless mess. Море превращается в кровь. They have no fresh drinking water. Нет чистой воды для питья. The sun is made unbearably hot. Солнце становится очень жарким. And now they have no electricity to control their environment. А теперь и электричества нет для того, чтобы контролировать окружающую обстановку. Look at what it says in verse 10. 10 стих. Men gnawed their tongues in agony. И они кусали языки свои от страдания. What happens when you get really terribly thirsty? А что происходит, когда вы очень сильно хотите пить? What happens to your tongue? С языком с вашим что происходит? It becomes swollen. It swells up, doesn't it? Да, распухает язык. You think that it would get dry, but it swells up. То есть мы вроде бы думаем, раз нет воды, должен засохнуть язык, да, а он наоборот распухает. And things that swell up are very they are terribly painful and they itch. И вот то, что обычно распухает, оно еще и чешется. Это вызывает определенную боль. And so what are you going to do with that? И что вы будете делать, когда что-то чешется или болит? You're going to chew on. То есть вы пытаетесь это пожевать, то есть хоть немножко вот почесать таким образом, да. This is awful. То есть это ужасно. And it's clear that these judgments are coming directly from God. Однако для всех совершенно очевидно, что все эти суды от Бога. But look at the end of verse 11. 11 стих, посмотрите последнее выражение. They refused to repent. И не раскаялись в делах своих. We are dealing with people here of completely hard hearts. Мы говорим о людях, у которых совершенно жестокое сердце. Their hearts are getting harder and harder. И они становятся все более жесткими и более такими непробиваемыми.
Just like the Pharaoh in Egypt, the worse the plagues were, the harder his heart became. Так же, как в случае с фараоном в Египте, чем хуже была язва, чем хуже были казни, тем более ожесточенным он становился. And it's interesting in the plagues of Egypt that after the last plague and the Israelites left, then the Pharaoh decided to chase after them with his army. А и вот помните, как после того, как уже была последняя казнь, и фараон разрешил израильскому народу уйти, после того, как они ушли, фараон решил преследовать их вместе со своей армией. Look at what happens in verses 12 through 14. Обратите внимание теперь на фрагмент с 12 по 14 стихи, что происходит. The sixth angel pours out his bowl. It dries up the Euphrates River. А шестой ангел выливает свою чашу в реку Евфрат, а река высыхает. And that allows these huge armies to come and come after and decide to make war against God. И вот по сухому, очевидно, могли пройти большие войска, большие армии, тех царей, которые восстали против Бога. Isn't that exactly what the Pharaoh did? То есть очень похоже на то, что пытался сделать фараон. He gathered his army and went to make war against God. Он собрал свою армию и пытался преследовать Бога, воевать с Богом. And God wiped his army out in the Red Sea. А Бог уничтожил его армию в Красном море. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. So the lie number two then is this. А следующая ложь номер два. There is truth outside of God's truth. Божья истина не уникальна, то есть можно еще другую истину найти. In verse 9 they understand that God is in control, but they refuse to repent. В 9 стихе люди понимают, что за всем стоит Бог, но не желают каяться. In verse 11 they refuse to repent. В 11 стихе мы с вами читали: и не раскаялись в делах своих. In verse 21 at the very end of the chapter they refuse to repent. И в конце главы, в 21 стихе, они также хулили Бога и отказывались каяться. Or rather, they cursed God. Тут написано, они хулили, проклинали Бога. And even though the evidence is overwhelming, they believe that resistance will be successful. Несмотря на ошеломляющие свидетельства, они убеждены, что их сопротивление увенчается успехом. So they believe that they can ignore God and pretend he does not exist. Они думают, что можно игнорировать Бога, притворяться, что он не существует. See, they are facing a spiritual truth and they are blind to it. Однако они столкнулись здесь с духовной истиной, но они слепы, они ее не видят. And you're familiar with this from 1 Corinthians chapter 2 verse 14. В первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 14 стихе, мы с вами находим эту истину, которая вам хорошо известна. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. See, I believe the Holy Spirit has departed from the earth at this point. Я убежден в том, что Святой Дух уже не обитает на земле в это время. The believers are gone. Верующих людей нет. All that's left is fire. Все, что остается здесь, огонь. So the Holy Spirit is no longer opening eyes to the truth of God. Значит, Святой Дух больше не открывает глаза на Божью истину. So there's another lie that's being told here. Еще одну ложь предлагает людям сатана, которая заключается в следующем: жестокосердие – знак силы. This is very a belief that men can really understand. Я думаю, что вот эту ложь хорошо понимают у нас мужчины. Не знаю, что это за город великий, возможно, Иерусалим, который распался на три части, 19 стих. And whatever cities are left on the earth are destroyed. И какие города еще остались языческие, и те пали. In addition to this, there are these gigantic hailstones.
Кроме всего этого, еще и град начал падать, градины огромные. It's amazing how fragile life is. То есть вот это еще раз говорит о том, насколько хрупкая наша жизнь, насколько мы зависимы от обстоятельств. Just a little bit hotter, a little bit colder. Чуточку стало жарче, все сильно меняется. Чуточку стало холоднее, тоже становятся перемены происходят. And life on earth could cease to exist. И жизнь на земле прекратится. And sometimes we think we're so strong, we're so tough. А иногда мы думаем, что мы сильны, что мы справимся. And that's what Satan loves to tell people. А вот то же самое сатана как раз и говорит людям. But all these things are in the hand of God. Однако все в руках Божьих. And when he decides that it's time, и когда Бог решит, что время пришло, there will be no one who can say to him, you can't do that. Or there's no one that will be able to successfully tell him, stop. Никто не сможет в это время ему сказать, что ты не должен этого делать, или никто не сможет успешно ему противостоять и говорить, остановись, перестань это делать. Meanwhile, we offer people an escape. То есть пока у нас есть возможность предложить людям выход из этой ситуации. Through the blood of Jesus Christ. Через кровь Иисуса Христа. But these people in chapter 16, the only possible escape is rejected. Однако вот в 16 главе мы с вами читаем о тех людях, которые отказались от единственного пути к спасению. Они отвергли этот единственный путь к спасению. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.